Этому была посвящена сегодняшняя встреча в Центре противопожарной пропаганды. Руководитель центра Людмила Бурнайкина рассказала социальным работникам о самых частых причинах возникновения пожаров и о тонкостях работы с подручными средствами при тушении возгораний. Снимается пломба, выдергивается чека, вот она, видите, колечко. Нажимаете рукоятку и направляете в очаг пожара. Углекислотный, значит, здесь точно так же. Снимаем пломбу, выдергиваем чеку, нажимаем рукоятку и направляем в очаг пожара. Вместе с социальными работниками на лектории пришли и их подопечные. Ребята на практике попробовали погасить условное возгорание, примерить пожарную экипировку, а также отработать алгоритм действий при условном задымлении помещения. Подобную профилактическую работу теперь предстоит провести социальным работникам со всеми патронатными семьями. Работа будет продолжаться. Мы сейчас во все свои семьи, с которыми мы работаем, выйдем с неплановым патронажом, посещением, значит, проведем дополнительные инструктажи, вручим памятки, буклеты, еще раз посмотрим состояние газовых баллонов, плит, значит, лампочек, всего электрооборудования, которое есть в домах. Ну и будем работать совместно, конечно, со специалистами пожарной части. В завершении встречи гости познакомились с выставкой, представленной в зале. Также им были вручены памятки с правилами противопожарной безопасности и телефонами экстренных служб.